Хочется кричать под эту музыку. Очень, очень зажигательно. Даже не хочется, чтобы эта музыка останавливалась. Позвольте, представлю, кто подарил нам это настроение. Кто подарил этот танец? А это Илья Зайцев. Илья, поклончик, пожалуйста. Злата Попова. Они являются призерами и победителями городских и краевых соревнований по акробатическому рок-н-роллу. Ну а также в студии у нас Полина. Полина Путинцева, она тренер клуба «Премьер-лига». Доброе утро. Доброе утро. Ну, сейчас было исполнение акробатического рок-н-ролла. Что это, в принципе, за направление такое? Акробатический рок-н-ролл — это, в первую очередь, спорт. Очень подвижный спорт, как вы увидели. Ну да. Очень танцевальный спорт. То есть, в принципе, вот ребята выступают на соревнованиях различного уровня. То есть у нас не просто танцы, мы спортсмены. Это спорт, да, профессиональный это спорт. Ну вот я не знаю, какая была сейчас продолжительность номера. У нас, когда ты смотришь, кажется, что секунды, но я вижу, как ребята восстанавливают дыхание. Насколько продолжительное бывает выступление? Вот у меня такое, бывает ли пятиминутное выступление? Ну, пятиминутное, это, конечно, тяжело, но вот у нас в пределах от полутора до 2,5 минут. 2,5 минуты, да, можно это прям максимум. Без перерыва. Да. Вот так вот танцевать. Ну, опять же, это мы сейчас увидели, когда они танцуют вдвоем, а бывает и больше людей одновременно. Да, бывают у нас пары, это вот мальчик с девочкой, бывают команды. Команды у нас от 12 до 16 человек, то есть 16 девочек танцуют. Синхронно? Да. Одномоментно. Ого. Вау. А Злата, кстати, что-то дополняла, да? Ты слышала? Будешь тут что-то говорить? Дуэты тебе больше. Пары, дуэты. В чем отличие между парами и дуэтами? Ну, дуэты, там танцуют две девочки, а пара девочка с мальчиком. А ты как танцуешь? Только с мальчиком? Да. То есть у тебя уже есть пара, ты с девочками не танцуешь? Нет, все. Ты профессиональную карьеру уже строишь. Ты планируешь быть самой лучшей в акробатическом рок-н-ролле во всем мире, правильно? А в принципе, акробатический рок-н-ролл, он откуда свое направление берет? Вообще у акробатического рок-н-ролла африканские корни. Появился он в 20 веке, в середине. Uh-huh. Вот, ну, берет начало от линди-хопа. Uh-huh. От линди-хоп, буги-вуги. Вот, буги-вуги чуть более знакомо. Что-то мы посмотрели такие мотивы. Можно к Илье теперь вопросик задам? Илья, скажите, пожалуйста, а вы как давно вообще занимаетесь акробатическим рок-н-роллом? 3 года. 3 года? Скажите, ну честно. Ну только у нас в студии вообще только честно говорят. Вам нравится? Да. Вы планируете так дальше заниматься? Видно же. Да. Еще где-то 3 года. Еще планируете 3 годика потанцевать? А что дальше будет? Через 3 года. Какой-то другой танец будет? Ну, я останусь на буги. Буги. Да, Илья у нас еще буги танцует. Буги-вуги. А можете пару движений из буги-вуги просто сейчас экспромтом показать, без музыки? Можете, пожалуйста? Буги-вуги это вот так. Ага. Так, а акробатический рок-н-ролл тогда это как? Ага, чувствуется видишь, разница. Видишь, другой. Махи ногами тут уже пошли. Вот здесь, кстати, и вопрос. Акробатический рок-н-ролл, он что в себя включает? То есть это элементы танца, а спорт? Что имеется в виду под словом спорт в этом направлении? Ну вот, допустим, в парах постарше они уже делают какую-то акробатику. Но вот здесь вы тоже видели, она простая. Это подъемы, колеса, но пока попроще. Чем ребята старше, тем акробатические элементы становятся сложнее. Также и в командах.
Расскажите, какие планы? Я у ребят уже спросил. Полина, теперь к вам вопрос. Может быть, у вас отличается? Да, сверим. Тоже планируете, может быть, 3 года потом в буги-вуги или еще куда-то? Соревнования, какие-то номера, выступления, концерты? Какие у вас масштабы и планы? Мы очень активно занимаемся. Мы выступаем на различных соревнованиях, то есть от городских до всероссийских. Мы выступаем просто на городских площадках, на каких-то, вот на телевидении. То есть у нас очень-очень активная жизнь. А со скольки лет, в принципе, можно начать заниматься? То есть вот могу ли я и Руслан сейчас просто прийти в акробатический рок-н-ролл и исполнить там? Скажем так, люди за 30. Ну а что? Подожди, не надо всех под одну гребенку в нашей паре. Старше 18, хорошо. Старше 18 можно? Ну, можно начинать заниматься с 4 лет. И как говорит наша федерация, вот категории до скольки можно заниматься, такой не существует. То есть пока вы можете, пока вы хотите, можно. Все, супер. Поэтому что, Лера, пойдем? Идем в рок-н-ролл? Идем в акробатический рок-н-ролл. Напомню, у нас Илья Зайцев, Злата Попова и Полина Путинцева были сегодня в студии. Спасибо большое, что пришли и добавили драйва нашей программе. А я не предлагаю не заканчивать на этом. Я предлагаю, чтобы нам Злата и Илья показали какие-то упражнения, а мы с тобой... Я предлагаю заканчивать. Ну ладно, раз ты предлагаешь, да. Давай. Давайте, одно движение. Мы просто мечтаем. Давайте, вращение. Вращение. Что-нибудь попроще, можно? Это самое простое, да? Так, ладно, вызов принят. Давай. Хорошо. Так, еще помедленнее. Это батл. Ну, конечно, нога вот так, да? Это неуклюже у нас. Я предлагаю на этом заканчивать, потому что мастер-класс, мне кажется, удался. Поэтому вам аплодисменты. Спасибо большое.